Вместе с новым учебным годом начался и новый осенний сезон сельскохозяйственных ярмарок. Первая торговля на этих выходных прошла в железнодорожном районе на проспекте Гая. Ярмарка получила название «Хлеб всему голова». Свою продукцию по доступным ценам представили крупные сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. Всего торговля велась с 324 автомобилей. Мы традиционно наблюдаем, как активно развиваются фермеры, и вот мы сегодня уже видим, как те фермеры, которые в прошлом году получили гранты, в этом году уже активно участвуют в ярмарке и представляют свою продукцию качественную, экологически чистую. Особым спросом у покупателей пользовался картофель, было продано 45 тонн. На втором месте мясо и мясные продукты, их было продано около 6 тонн. Также в топе популярности у горожан борщевой набор – это свекла, лук и морковь, куриные яйца и молочная продукция. В целом, по подсчетам Министерства агропромышленного комплекса, ярмарочная выручка составила больше 9 миллионов рублей. Посетило же торговлю больше 10 тысяч человек. Следующая ярмарка пройдет 14 сентября в Новоульяновске, а завершится сезон под самый Новый год 28 декабря. Анна Тищенко, Юрий Тимонин. Новости Улправда ТВ.